Всем привет, с вами Домик Мелкашей, и сегодня у нас случится новый заезд. Посмотрите, погрузка плотная, 25 малышей уже едут из Нижнего Новгорода в Москву. Всех желающих помочь ждем сегодня вечером. Мы планируем приехать ориентировочно после 17 часов. Им освобожден полностью вот этот зал. Здесь он застелен пока простынями. Все грязные будут бегать здесь. Кого-то мы отсадим, если кто-то будет драться в эти вольеры. Потом моем и сажаем чистеньких уже в чистые вольеры. Будут ставиться им лежанки, мисочки и все остальное. Утятами. Вам нужно позвонить в приют для птиц. Наберите в поиске приют для птиц, не принимают птицы даже в Москве. Ладно? Пожалуйста. Алло. Сейчас я все сразу убирайте. Мы не принимаем как собачку. У нас не для маленьких собак. У нас Йорки, Шпицейчик. Доставайте прямо. Помощность. Здесь появляется жизнь. А вы их считали, Юль? Не, пожалуйста. У нас мальчик и еще раз мальчик. Мальчишки Чишки, 2 годика им, отправляются первыми мыться. Да? Ну, чему еще ротки? Сюда покажите нам прямой эфир. Мы видели люди. Такие 2 маленькие. Ну давай мы все давно собрали уже, пошли. Так, давайте. Вот такой чумазый мальчик. 7 месяцев ему. Весь учухался, укачало бедного. Да, сейчас пойдет очень купаться. Очень красивый ребенок. Это бульдозер орет. Ой, ты так даже. Я включу. Смотрите, она улыбается, как я. Собака-улыбака. Девочка 7 лет. 7 лет им. Вот такой вот огненный. И там еще второй сейчас будет темно-коричневый. 7 лет ему тоже. Напугался очень за такой темно-коричневый цвет. Иди купаться. Девочка, собака-улыбака, 7 лет.
Ой. Мальчик, вот такой красавец. Да, немножко завалялся, но мы сейчас вычешем. Ему 7 лет. А шуметь не надо. Алло. Нельзя шуметь. Там 2 дома. Ага. Они мальчики. Мальчики. Надо брать. Нет, девочки. Что мы хорошие? Что мы хорошие? Лида, ты вообще любовь-любовная. Все, любовь-любовная. Да я тебя обожаю, мой золотой, просто сильно, сильно очень. Как капучино сидит так же, откинувшись назад и смотрит на все. А где спит с голубыми глазами? Это она, которая прыгает, нет? Да. А это она прыгает? Да. Сколько ей лет? Да. Она вообще классная. Она и Юля, видишь, они сказали, будут моими собаками. Ва-ва-ва-ва-ва. Попалась. Девочка? Ну, девочка, не девочка. Я так и думала, за такая красота ли может быть только девочка. Вы такая сладкая. Возраст. Ну, молоденькая какая. Ну, не знаю, до 2 лет, наверное. Ну, иди помойся, смотри, какая чумазик. Следующая шоколадная красотка. Возраст до 3 лет примерно. У нас тут опять советская парикмахерская. Все как обычно, подстриг зёбы. Мастер очень старается. Кажется, эта собака довольна. Вообще прекрасно. Там юный наш волонтер плюхается вместе с собачкой, да? Такое шоколадное чудо. Девочка, возраст лет 5. Вот такой сладкий мальчик, возраст на 8 месяцев или 10. Такой король лежит, король лев. Что это такое? Что это за мальчик? Не будет сейчас мыться. Лежит себе, загорает. Кайфуем сегодня мы с тобой, кайфуем. Ай, ты хорошо, да? Лежит, улыбается, да? Там он девочек на нас происходит. Он только улыбается, интересно. Юля, а покажи фокус с той, которая к тебе от тебя не отходит. Смотри. Давай. Нифига себе. Мы в церкви будем выступать, да? Сейчас вымоемся, пойдем. Ага. Все, отмыли. Прям как на быках охота. Че, пускай учится. Поймали. Давай посмотрим, девочка, мальчик. Когти какие огромные. Девочка. Ой, какая у нас тут грыжа. Сисечки. Вроде опухоли нет. Тоже такая не старенькая. До 5 лет, лет 5, наверное.
Такой ванночка. Что, Настя, никак? Ты только что со мной целовалась. Она поняла, что ты ее хочешь взять мыть. Скажи, не, пойду я от вас. Ладно, ты добрая. Нет, Настя хитрая. Ты добрая, Настя хитрая. Девочка, мальчик? Девчонка. Девчулька, сколько у нас девчулек? Ой, маленькая совсем еще. Наверное, до 2 лет. Такая девочка. Вот, следующая девочка. Возраст непонятный, посмотреть невозможно. Кусает. Ну на, укуси. А я тебя не боюсь. А я тебя не боюсь. Вот она, жизнь волонтера. Вот она, красота неописуемая. Все как мы любим. А тут у нас кто? А тут у вас тут? Все как мы любим. Вот она красота. Какая чистая собака. Все, чистая. Мальчик молоденький, 10 месяцев. Вот такой щемпачулька. Так, все разместились, все спят. По 3 собачки в вольере. Мест не хватает. Всем передаем огромное спасибо за помощь, за ваш отклик, поддержку. Огромное спасибо всем людям, кто приехал, помог помыть их, привести в порядок. И всем, кто помогает. 2 вот здесь не поместились уже в вольерчики, они просто бегают. А это не с ними приехал. Просто уже посадить некуда. Поэтому разместились вот так. Всем пока. Спасибо.